Всем привет, меня зовут Паша, я вот езжу на Passat 3.2, заехал к ребятам в ультравыхлоп, нашел их на YouTube, думаю, ну почему бы нет, зашел на сайт, посмотрел все цены, приехал сюда, записался на диагностику бесплатную. Подъехало, ребята позитивные, показали мне, срезали мои глушители, я послушал звук, мы все посчитали. Сейчас ребята будут колдовать с выхлопом и будем ждать результата. Ну, в первую очередь, потому что мотор 3.2, а его на штатном выхлопе вообще не слышно. То есть, как будто у тебя под капотом не 3.2, а 1.8. Ничего! Ну и в первую очередь для себя хочу кайфовать от машины. По тачке пока еще ничего не делал, но в планах кайловеры. А потом приходит к пневме. Я решил это все пропустить и сразу купил просто дорогие кайловеры. Это пугает. Занижение, диски. Ну и пока, ну, ближайшие планы вот такие. Ну, типа того, да. Там винты, все дела. Спасибо. Первое впечатление. Ну, прям намного интереснее стал выхлоп. Сегодня... В салоне чувствуется теперь объем, то что хотя бы у меня есть что-то под мотором, ой, под капотом. Снаружи экстрим просто. Воу, 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 воу. Даже аварийка сработала. Потому что дурак. Сама работа как бы очень качественная, мне прям очень понравился звук. Сейчас еще послушаем, только вот первые эмоции, ну вообще бомба, очень нравится.